Это... Еще раз, вот Наталья Борисовна, вот сразу вопрос поплит. Еще раз, вот я этот вопрос сразу задал, да? Если вы не заметили, у нас здесь кембриков нет, у нас высоко расположена горка. Данный объект еще не сдан. Не сдан. Мы обязательно хотите с вами, но мы обязательно сюда еще приедем. По поводу плитки, и там у нас бордюр ниже. То есть все эти вопросы, как бы, комитет ЖКХ знает. Наталья Борисовна сегодня и является на сегодняшний день, да, исполняет обязанность первого заместителя главы, да, города. Вот, по первой заме Сиденко. Поэтому, как бы, в этих двух ипостасях она это все контролирует, естественно, мы тоже возьмем на контроль. Давайте говорить о том, что закончено. У нас сдан, да, сквер Нарахова. У нас закончены, сданы вот дворовые две территории, которые мы с вами видели. Ну, честно скажу, вот если брать наши города параллельные Энгельс и Саратов, ну вот на сегодняшний день, конечно, это вот небо и земля. К счастью или к сожалению, раньше мы всегда Саратову ставили, в пример, город Энгельс, да. Сейчас, вот насколько мы видим здесь и везде, автоматический полив уже сделан, вы это тоже видите, да, озеленение, то есть комплексный подход во дворах, то есть это и цикаля, вы видели, и капремонт параллельно делает, и город подводит еще по другой программе тротуарную, зону тротуаров делает. Не мешаем его? Нет, да, я слушаю вас. Хорошо. Вот. Очень внимательно. Поэтому на сегодняшний день, как бы, в основном, позитив. Единственное, небольшие недочеты, вот сами стенды, да, которые должны информировать людей. На первом адресе у нас возник вопрос, что люди не поняли, что в какую программу входит и кто там по какой программе сделал им вот эту отмостку. И на втором адресе, это на общественной территории, настолько мелким шрифтом, сделано вроде бы хорошо, видно, что сделано, но информация настолько мелкая, мы тоже об этом сказали, попросим, чтобы стенд был для людей более информативен, чтобы мы понимали, что сделано, в рамках какой программы, за какие средства. Потому что, еще раз говорю, для чего это? Тот срок гарантийный 5 лет, достаточно большой срок, чтобы люди могли по всем этим телефонам, по всем этим координатам могли обратиться. И не как сегодня женщина говорит, а вот не доделали. А чтобы действительно мы понимали, в рамках чего это сделано, и знали, куда, по каким вопросам обращаться. А вы говорили, что существует хорошая практика, да, вот ремонта дворов. Есть плохая практика, конечно, да? Как пример, можете привести вот именно плохую, вот, конечно, какие недочеты, коллеги, в основном бывают? Я вас приглашаю проехать по муниципальному образованию. Мы ездим практически каждый вторник и четверг, мы ездим по области. Ну, вот вам могу сказать, не буду называть муниципалитет, это некрасиво, некорректно. Но скажу следующее, потом у нас будет рейтинг всей области, всех 42 муниципалитетов, и мы, конечно, градацию поймем. Вот. Но есть муниципалитеты, которые в рамках комфортной городской среды благоустройства ставят лавочку и урну, или просто лавочку. То есть никакого асфальтировки, никакой. Ну, потому что нет денежных средств. Я говорю, ну, давайте, может быть, тогда и нет смысла эту лавку ставить. Мне кажется, это просто кощунство, издевательство. Но это мое субъективное мнение, да? Если у вас нет асфальта, там грязи по колено, вам лавочку поставят. Ну, мне кажется, это просто, мягко говоря, некорректно. Но зато ставят, что двор отремонтирован по данной программе. Вот. Есть такие вещи. Есть некачественный асфальт, есть там, где стоят лужи, есть там, где не установлены бордюры, или земля там после дождя вытекает, завалит весь асфальт. Вот. То есть мы уже об этом говорили и в интернет-пространстве я в соцсетях выкладывал. Это там, где этого года урны, но они сделаны из фольги, они уже ржавые. Как потом муниципальная власть будет ухаживать? Там, где вот это вот, я говорю, колоссальное общественное пространство, которое надо будет впоследствии обязательно еще и содержать надлежащим образом, как будет планироваться привлечение внебюджетных средств? То есть, например, если сейчас мы задали вопрос, да, город Саратов об этом думает и предусмотрел санузлы, то есть у нас муниципалитет, куда мы приходим, колоссальная территория общественная, по которой можно там час ходить, но нет поблизости ни одного санузла. Ну, мы прекрасно понимаем, все мы люди, да, и все, у нас у всех есть естественные потребности. Поэтому вот на эти вещи мы тоже указываем, делаем акцент и просим муниципальную власть, если это не организовано, обязательно организовать.